Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, 14 апреля прибыл в местечко Дашти-Кози сельского джамата Юрий Пинджикента. Вначале сдал в эксплуатацию линию поливного водоснабжения для 200 гектаров, а также дал старт созданию нового интенсивного сада. Следует отметить, что линия поливного водоснабжения проведена по инициативе лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с целью ввода в сельхозоборот 200 гектаров каменистых и залежных земель в местечке Дашти-Кози на расстоянии 1280 метров. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посадил в этом местечке саженцы фруктовых деревьев, тем самым дал старт созданию интенсивного орехового сада. Необходимо отметить, что саженцы фруктовых деревьев доставлены из Турецкой Республики и Узбекистана, урожай которых в основном предназначен для экспорта. Интенсивный ореховый сад на 14 гектаров будет создан в соответствии с современными требованиями, продуктивность которого, по оценкам специалистов, в 8-10 раз выше, чем у обычных садов. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, здесь же провел теплую беседу с садоводами и хозяйственниками, напутствовал их на создание и правильное содержание садов и виноградников, эффективное использование земель. На орошаемых землях частными хозяйствами сельского джамаата Юри Пинджикента выращиваются саженцы абрикоса, чернослива, яблони, винограда, сортов черный кишмиш и тайфи, которые являются местными сортами. С созданием новых садов в этой местности появилось более 500 новых рабочих мест, что составляет 0,25 гектара земли на каждого акционера. Было сообщено, что для снабжения местечка Дашти-Кози поливной водой была построена новая насосная станция. Строительные работы на насосной станции начаты в декабре 2021 года. Подрядчиком объекта выступает Государственное управление мелиорации и ирригации бассейна реки Заравшан. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение опытом озеленения и рационального использования земель в Пинджикенте и дал полезные советы и рекомендации хозяйственникам по дальнейшему расширению площади садов, в том числе интенсивных. Здесь лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд. На выставке была представлена разнообразная сельскохозяйственная продукция, в том числе зерновые, овощи, бахчевые, фрукты, сухофрукты, а также рыба, мед и хлебобулочные изделия, являющиеся плодами добросовестного труда жителей Пинджикента.